Здравствуйте! На телеканале ТВН вы смотрите цикл программ ⁇ Идеальная свадьба ⁇ В студии с вами Вадим Ансупов. Каждая молодая пара хочет, чтобы их свадьба была самая красивая, самая запоминающаяся, самая идеальная. Как сделать идеальную свадьбу, знают наши гости, специалисты своего дела, которые раскроют все секреты и тонкости, как сделать идеальную красивую свадьбу. Кстати, если у вас не за горами праздник, обязательно заходите на самый крупный свадебный портал Эстонии по адресу www.svadibka.eu. Сегодня в гостях у нас Екатерина Кальюкиви, которая занимается свадебным декором, ну или, проще говоря, свадебный декоратор. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Вадим. С чего для вас начинается работа над проектом, над свадьбой? А, обычно получается так, что э, молодожены э, чаще всего пишут э, мне на e-mail. Реже всего звонят, но чаще всего пишут на e-mail о том, что они у них будет свадьба, указывают какого числа у них будет и в каком месте будет и сколько будет примерно человек. На самом деле, это, если даже они это не указали, то я их очень прошу указать это, потому что это очень важные данные, чтобы знать объем работ и где будет находиться свадьба и что вообще нужно делать. Потом мы уже обсуждаем с молодоженами, чтобы они хотели встречаемся они часто сейчас очень много в интернете и картинок красивых и, и каких... они вам приносят тоже картинки и говорят мы хотим вот так сделать э -э, примерно то есть я их очень прошу прислать мне картинки что им нравится чтобы знать то есть, так называемой визуализации да чтобы знать примерно э -э, в каком стиле нам работать с ними и когда уже вот э -э, примерно понятно что им нравится, и э, известно, в каком месте будет, тогда я делаю эскизы э, и относительно уже стиля свадьбы, и высылаю тогда заказчикам, и они, как, посмотрев их, то есть одабривают или, например, говорят, что что-то можно изменить. То есть они уже видят примерно, как это будет выглядеть. Поэтому им проще уже ориентироваться. То есть, допустим, если мы где-то, им кажется, что излишне где-то декора, то есть давайте там уберем или наоборот куда-нибудь что-нибудь добавим. Вот. И тогда уже, когда они одобрили это, тогда уже понятно, Цель работы, что нам нужно, сколько декора и сколько всего нам нужно вещей. То есть, на каждую свадьбу вы делаете прорисовку, я правильно понимаю? Да, делается а зачем? эскиз, э, визуализация. То есть, э, одно дело, когда набор картинок у невесты у нее какое-то представление есть. Uh -huh. А другое дело, когда это реальность это есть вот это вот помещение, в котором не всегда можно ее все задумки воплотить или наоборот оно очень хорошо там воплощается. И тогда она видит, ну, и пара видит, как это будет выглядеть. И зачастую это очень помогает, и не только им, и мне самой в работе это тоже очень помогает, потому что декорирование это очень такая объемная работа, и ты знаешь, что тебе, что зачем делать, и что куда нужно. И молодожены это тоже видят, что да, вот у нас это как, как дизайн-проект, то есть только свадьба. Катя, а когда вы нарисовали вот проект, сделали визуализацию свадьбы, как часто вы вносите изменения уже в готовый проект, приезжаете на площадку, начинаете расставлять там, я не знаю, цветы какие-то, ткани, декорацию, тропировку? Mm -hmm. И начинаются изменения. Чуть-чуть есть изменения почти всегда, и это сразу оговаривается с молодоженными. То есть мы делаем концепцию, а какие-то мелочи, то есть детали. вот оно будет, да, детали. Это может поменяться в любой момент. Бывает так, что а, там гостей вдруг больше стало или меньше, от этого зависит, там нужно ли больше там сделать цветочных каких-то композиций. Вот, но основное, вот как мы выбрали, оно так и будет. И так оно и получается. Наверное, у каждого из флористов, декораторов есть свое портфолио. А как часто бывает так, что молодожены приходят к вам и приносят не картинки из интернета, а говорят, вот мы видели свадьбу у вас в портфолио, вот сделайте нам так же. Точно так же я сама не буду делать, потому Почему? что так проще, все готово, там пинки всякие заготовленные, это не вазоны. Нет, одно дело использовать какие-то элементы декора, но другое дело, что неинтересно делать одно и то же. Все пары, они уникальны, их свадьба, она угу. тоже уникальна, и поэтому и у них должно быть именно отражение их этот день, этот праздник, это отражение этой пары. Поэтому будет это выглядеть совершенно по-другому, даже бывают такие варианты, когда, например, в одном и том же месте ты украшаешь несколько раз. Например, за одно лето три свадьбы подряд в одном и том же месте, чуть ли не через там, неделю. И они все разные. И, допустим, то же самое это тканями, ты можешь там столько вариаций придумать. То есть это не должно быть стандартное, вот как мы здесь сделали, так и будем. Я наоборот говорю, вот видите, вот здесь вот мы так не будем делать. Мы в этот раз давайте попробуем по-другому. что И соглашаются. Как бы все хотят, чтобы у них было оригинально Какие цвета вам не нравятся? Вот приходит невеста и говорит: Я хочу розовый, золотой и черный. Вы начинаете ее отговаривать, как-то переубеждать и пытаетесь подстроиться под клиента. Как вы вообще ведете себя с клиентом? Зачастую, вот последняя тенденция ко мне, когда обращаются молодожены, у них уже готово какое-то представление, в каком цвете они будут делать свадьбу. Потому что у них уже зачастую готовы, например, пригласительные. Это уже задали они тон будущей свадьбы. Вот. И, в принципе, зачастую приходится на это обращать внимание и от этого отталкиваться. Но, в принципе, даже если это черный, розовый, золотой, это могут быть такие оттенки, которые можно между собой совместить, uh -huh. и это будет красиво смотреться. И это же день особенный день. И если невеста вот хочет, ну, наша задача декоратора сделать так, как хотят, но красиво, чтобы применяя наши знания. И это будет э, красиво смотреться. Я понимаю, что, конечно, день для невесты, день свадьбы очень важный, но тут опять же есть очень тонкая грань. Люди, которые первый раз устраивают себе свадьбу, могут не знать многих тонкостей и подводных камней. Это как с ремонтом, да? Ты начинаешь ремонт, и говоришь, а я вот хочу плитку вот так вот положить в ванной. Специалист тебе говорит, так нельзя, потому что через два месяца она отклеится. И ты говоришь, нет, я вот желаю так, да и ну, с моей точки зрения, специалисту все-таки стоит там два раза сказать и третий раз сказать, ну, тогда на вашу ответственность, если вы так желаете. Ну, да, но на самом деле, если вот так из практики, то всегда прислушиваются. И всегда, если ты говоришь, что вот давайте здесь мы немножко что-то вот изменим, всегда говорят на ваш вкус. Даже, даже когда ты говоришь о том, что ну вот сюда мы сделаем какую-нибудь композицию, а я угу. посмотрю на месте, например, если это из подаренных гостями цветов, то ты никогда не знаешь, как это будет выглядеть в конечном итоге. Ты говоришь, что здесь примерно что-то вот будет выглядеть вот так. Вот. Вот. И, а как это уже будет, вот вам будет сюрприз уже на свадьбе, ну приятный сюрприз. Да. Вы любите работать с цветами, которые привозят вам с ЗАГСа? Одна из последних тенденций, когда молодожены не тратятся на то, чтобы покупать цветы, заказывать их у флориста, а для того, чтобы удешевить проект флористы использовать те цветы, которые им подарили. Гости. Uh -huh. На самом деле у меня лично в практике последние несколько лет эта тенденция отходит. Уже То люди, есть наоборот заказывают у вас? Наоборот цветы, цветы заказывают Почему? потому, что удобно сразу букет, там бутоньерка какие-то детали, все в одной гамме, все цветы как бы сочетаются, и это очень удобно. И не нужно тогда думать о том, что хватит ли цветов не хватит есть и когда и украшаем из цветов гостей единственное что я предупреждаю всегда что допустим зелень мы заранее уже купим это как бы для объема и тогда уже смотрим сколько цветов потому что зависит еще от количества гостей если это небольшая свадьба то естественно и цветов будет не так много угу. и если хочется чтобы это красиво выглядело тогда нужно создавать ну, объем а правильно ли, что к вам обращаются, когда уже готовы приглашения? И с вашей точки зрения, с точки зрения профессионала, когда вернее и правильнее обратиться к декоратору, в какой момент подготовки к свадьбе, чтобы свадьба была действительно идеальной? Ну, чем раньше, тем лучше. И мне кажется, что когда вот уже с пригласительными, с готовыми приходят, тут уже ограничения некоторые есть. И, допустим... Например, вот были у нас такие свадьбы, когда я и пригласительно делала, изначально была просто тема, угу. и вот говорили уже, давайте теперь уже все делать в этой теме. И тогда намного лучше, что это все-таки все в одном стиле, и я знаю, как будет потом в дальнейшем выглядеть эта свадьба, поэтому мне ну, как бы легче сориентироваться и сделать пригласительно именно вот в этом стиле. Екатерина, а как, какие советы можно дать молодоженам, когда они подбирают стиль своей свадьбы? Ведь это всегда важно, и цвет, и стиль. Да, я всегда советую так, что, ну, во-первых, в интернете сейчас очень много примеров. Но часто бывает так, что если загуглить украшения свадеб, то первое, что выходит, это свадьбы, которые были популярны, украшения лет 10-5 назад. И на самом деле это уже немножко отходит, и когда молодожены присылают вот именно эти картинки, я сначала не понимала, почему же они вот выбирают это, то есть как бы они знают, видели мои работы, немножко по-другому это, а почему же они выбирают это, и потом я поняла, что я сама попробовала загуглить, угу. и просто первое, что выходит, это вот эти картинки, так как они самые популярные, они набрали за... уже, да. да, и всех... да. Вот. А на самом okay. деле лучше, конечно, обращаться к таким источникам которые, в интернете, которые, западно, например, западные свадьбы какие-то, потому что это нам даже больше подходит по темпераменту эти свадьбы, чем, например, какие-то восточные. И очень хорошие есть сейчас уже и сайты, на которых прям ты можешь сразу все подобрать, себе красивые картинки, и они именно стильные. И когда вот ты набрал вот этих картинок, это может быть такой винегрет на самом деле, что тебе нравится вот одна деталь из одной картинки, другая деталь из другой картинки. Это все и можно вместе скомпоновать, и очень гармонично сочетать, и будет очень красиво. И будет как раз то, что ты хочешь. У нас в гостях Екатерина Калюкиви, свадебный декоратор. И расскажите, пожалуйста, какой процент свадебного бюджета стоит отвести на декор? Ну, конечно, чем больше, тем лучше. Я понимаю, так говорит это каждый, каждый специалист, потом да, ведущие артисты. Но на самом деле можно с, с бюджетом, можно так, что прийти сказать, вот у меня есть такой бюджет. И давайте попробуем. Уложите одну гвоздичку, вот, пожалуйста. Нет, ну не одну гвоздичку, но давайте в него попробуем э, уложиться. Но на самом деле я э, всегда. Но ну, все-таки есть какая-то предель, ну вот э, средняя да. цена. Я всегда, когда мы начинаем только работать с заказчиками, я всегда делаю калькуляцию и э, там по параметрам расписано, что, ну примерно вот в среднем сколько это стоит. Uh -huh. То есть, если вы хотите что-то дополнительно, э, то это будет прибавляться. Если вы что-то не хотите, вы можете убрать из этого списка, и тогда будет. Э, меньше цена вот и в принципе зачастую все оставляют как есть то есть когда ты особенно увидел уже эскиз то же ничего не хочешь убирать ты видишь что вот да у него mm -hmm. так красиво выглядит давайте поговорим о временах года и ведь не все времена пользуются спросом на свадебном рынке принято считать, что свадьбы в основном играют летом. Да, ну так, собственно говоря, и есть. Июнь, июль, август, ну, может быть, сентябрь, особенно в наших широтах. Но я знаю, что вы питаете особую нежность к свадьбам, к свадьбам зимним. Да, у меня было несколько лет назад мечта попробовать зимние свадьбы, потому что а, лето, осень, а как это зимой? И оказалось, что зимние свадьбы, это настолько нежно и красиво. И когда... Первая свадьба, которую мы делали именно зимой, она была то есть под Рождество. И нужно было сделать так, чтобы это не новый год был, не ощущение Рождества, но в то же время, чтобы это было празднично. И свечи, лампочки, это так красиво все смотрится. Все яркие цвета, красные или золотые, серебряные, прям такие очень насыщенные вот эти цвета. Они очень нежно так смотрятся, потому что нету вот этого зеленого фона, угу. нету ярких красок, и они прямо играют э, очень красиво. И зимние свадьбы оказались даже они, не то, чтобы не сказать, что они прям э, стильнее смотрятся, но, может быть, за счет того, что нету какого-то буйства зелени э, и какой-то сдержанность э, присутствует, то это очень смотрится очень стильно. Есть одна большая проблема у зимних свадеб, а когда молодожены ездят на фотосессию, они, как правило, возят с собой букет невесты и периодически морозе цветы, и они очень быстро приходят в негодность. Зависит от цветов. То есть, если мы знаем, что фотосессия будет, то тогда в букете используются цветы, которые могут выдержать. А какие цветы могут выдержать перепад температуры? Хорошо выдерживают калы, гвоздики, которые на самом деле почему-то у нас такой стереотип, что гвоздики дешевые плохо... цветы. Да, а на самом деле, а их можно из них очень красиво можно сделать в букете, даже даже невеста не поймет, что там гвоздика, вот и зелень, то есть это могут быть букеты, в которых использовано много зелени, розы в принципе тоже могут выдержать какое-то время, uh -huh. вот и в принципе все фотосессии. Ну, в принципе, зимой, я так понимаю, что не так долго на улице фотосессии проходят. Поэтому ну да, это... особенно если невеста, невеста не утеплилась, да. не одела какую-то шубу и сапоги, то да, недолго. По поводу фотографии пары. Обычно, как вы понимаете, каждая свадьба какое-то время уделяет фотосессиям. Важны ли цветы, важен ли декор в свадебной фотографии, как вам кажется? И вы... Предоставлять какие-то услуги в этом сегменте? Да, мы делали тоже в стиле, в том же самом, как и вот хотели молодожены общую свадьбу, мы помогали создавать декор для свадебной фотосессии, но это все, наверное, зависит от фотографа, его предпочтений, в каком стиле он фотографирует, как, и если он согласен, что у него будет какой-то дополнительный декор, и если молодоженам он нужен, то есть, допустим, если это они не выбрали какое-то красивое место, в котором, в общем-то, кроме них ничего не нужно другого, то тогда да, делаем. Как это выглядит? Вы выбираете какое-то, ну, оговариваясь с фотографом, выбираете какое-то дерево, там дуб, вешаете какие-то ленточки, баночки с цвет, со свечами, я не знаю, ставите стол. Что, а, ну, на, на выездных вот, фотосессиях обычно это что-то мобильное должно быть. То есть это могут быть какие-то а, полочки, которые быстро складываются, раскладываются, mm. на которых быстро установили какие-то там подсвечники или цветы, положили туда. А, это могут быть какие-то ленточки, да. Но, а, дело в том, что зачастую молодожены сами должны организовать это. То есть мы им предоставляем этот весь материал, а им уже самим нужно на месте будет это сделать. И какие-то переносные, то есть чемоданчики, какие-то ленточки с их именами, вот такие вещи, да, это очень красиво смотрится, мило и оригинально именно, что это как бы к их свадьбе. Я думаю, что вы должны обожать ходить по магазинам построительным, флористическим, да, машины рынки, да, угу. это слабость. И второе, что я думаю, что у вас должен быть очень большой дом, чтобы всю эту бутафорию хранить. А, да, рядом. И с... тут я попала. Да, потому что, конечно, неинтересно использовать одно и то mm. же во всех свадьбах, и поэтому несколько раз, если ты использовал какой-то декор, то хочется уже следующее – но ты не будешь выкидывать предыдущие, потому что вроде бы вдруг, бронты, пригодится, да, вдруг, вдруг пригодится. можно перекрасить. Да, да, например, для на одной мызе открытая терраса, и у них не стулья для гостей, а скамеечки, и мы отшили для них матрасики, потому что белого цвета с, с мягкой подложкой, потому что они деревянные коричневого цвета и как бы смотрится не совсем празднично, и это занимает очень много места, потому что Потому что все эти матрасики даже сложены, И вот в этом году смотрю, а в этом месте уже скамеечки не используются, уже стульчики. Вот думаю, что делать с матрасиками? Выкинуть-то жалко. Ну, вдруг пригодится. Да. Вдруг еще будут какие-то скамейки на другой да, мысе. Да, Слушайте, давайте вот попытайтесь мне рассказать и нашим зрителям, ну, скажем, три, три или пять моментов, которые уже считаются ну, не совсем модными в декоре свадьбы, чего не используют. Чего вы бы не стали использовать, потому что это смотрится как те самые картинки, которые были популярны 10-15 лет тому назад. Ну, я всегда старалась не использовать шарики, потому что они уместны на детском празднике, да. но не на и, и еще они не очень, конечно, сочетаются, если ну как. Цветы красивые, какие-то свечи, и тут шарики. То есть, как бы такой живой мягкий материал, и шарики, они как-то смотрятся действительно по-детски. И еще они лопаются на самом празднике. Бывает, пока ты украшаешь, и они там подлопались, и ты смотришь, что как-то уже вид-то не тот. Я как ведущий могу сказать, что у шариков, особенно если молодожены решили на этой статье расходы сэкономить... И заказывали сами баллон с газом, надували сами, то в середине праздника шарики начинают опускаться. Как раз на уровень лица ведущего мне приходится ходить в минном поле и откидывать эти шарики в разные стороны. Потом вторая вещь, которая уже отходит, это использование очень много ткани. То есть тканевые драпировки? Да, вот прям когда все такими красивыми, как раньше вот делали такими красивыми ламбрикенами, сейчас этого не используется. И чем меньше этого, то есть, понятно, какое-то место выделить, допустим, где молодожены сидят, э, да, а вот прям все задрапировать, это, конечно, уже некрасиво а смотрится. А надувные буквы, там, «любовь», а, надувные. знаете, которые Они... на Алиэкспресс продаются, там, можно, такие фольгированные. Нет, не видел, нет, нет но используется да. очень красиво, но это тоже уже начинает немножко отходить, деревянные слова. То есть они были. У нас немножко в Эстонии запозданием, запозданием да. То есть это было модно где-то лет пять назад, как раз деревянные слова, там даже фамилии будущая фамилия вот да, семьи, да, да. Вот. У нас сейчас эта популярность набирает, но в принципе это скоро отойдет уже. А какие тенденции наоборот этого 2016-2017 свадебных сезонов? Что входит в моду, что популярно? Ну, вообще, модно сейчас, чтобы при украшении свадьбы была не, такая небрежность немножко. То есть не чтобы все было такое прям идеальное. Чтобы не было вылезанности. Да. да. Угу. То есть И такой кто... немножко деревенский стиль. Не то, что деревенский, просто он немножко расслабленный, чтобы не было такого ощущения, что вот ты к свадьбе готовишься уже целый год, что у тебя uh -huh. каждая деталька идеальная, и не дай бог что-то не так пошло, вот. То есть должна быть такая немножко свобода такая. Помимо этого какие-то декораторские решения используются, вот там я не знаю какие-нибудь, может быть, банты большие или э, вот такие объемные из бумаги гирлянды. Они используются, в принципе, они использовались, и я так думаю, что они и будут использоваться, так же как и бумажные цветы, когда делают задники с огромными бумажными цветами. Это все красиво смотрится, и я думаю, что еще пока будет это все э, в, в моде. Э, в принципе, сейчас... Э, э, если так посмотреть, допустим, у нас в Эстонии, то становится все больше модно праздновать где-то выезды, то есть не в ресторане в городе где-то, а куда-то поехать, например, за город. И тогда это уже стиль, конечно, тоже диктует свой. И вот там как раз это применение свободы вот этой вот, оно там очень хорошо и выигрышно смотрится. Я уверен, что вам доводилось и приходилось украшать и выездные церемонии, бракосочетания в этой сфере. Все по-прежнему: арка счастья, круглый стол, белые стулья. Ничего нового. Пока да, пока да. да. Единственное, что, конечно, все э, ведущие свадебные декораторы говорят о том, что арка полукругом, которая она уже себя изжила, и э, все-таки давайте более прямые формы или использовать делать эти же самые арки из каких-то необычных вещей. Вот. Но пока у нас еще полукруглые арки, ну просто вот людям нравится, может быть, это создает какое-то ощущение гармонии, когда все-таки полукруг вот этот, он не прямой, не прямые углы какие-то, угу. а все-таки свадьба ⁇ это начало нового пути, чтобы он был сглаженный и гармоничный. Может быть, из-за этого. Частично мы уже говорили об этом, но вот я так понимаю, что есть несколько точек где декоратор может приложить свои умения и свои силы. Это, если вы знаете регистрацию, то зона, где будет проходить церемония бракосочетания, это ресторан или банкетная часть. Но есть еще такая зона, как фото. Вы угу. каким-то образом особым декорируете ее? Или а, сейчас... может быть еще что-то помимо фотозоны? Сейчас, так как у нас время инстаграма. интернета, Инстаграма, Фейсбука, когда ты можешь отслеживать буквально передвижение каждого человека, то вот такое интерактивное развлечение, как фотозона, все больше и больше набирает популярности. И если позволяет площадка, если есть место, то обязательно делается какой-то или угол какой-то или какое-то место, где могут фотографироваться гости с каким-то атрибутом веселиться. То есть бывает в программе ведущего тоже какое-то время, когда свободно. И вот тогда наступает время, когда можно пофотографироваться. Даже очень популярно сейчас сразу ставить перед фотозоной тег свадебный, чтобы сразу все выкладывали под один тег, и тогда уже все видят, что было на этой свадьбе творилось. То есть вы даже делаете такую дощечку, бумажку, где написано хэштег, который да, используется. Да, да. Угу. Если у молодоженов он есть, да. Угу. Ну и, наверное, последнее важное – это какие-то рассадочные карточки, это план рассадки. Каким образом вы его обыгрываете? План рассадки – это моя такая любовь. любовь? Да. Это моя маленькая слабость, потому что мне очень нравится их оформлять, вот опять же, в стиле свадьбы, но чтобы это было не просто на листке, а как-то необычно. И, например, даже если это на листке, то, например, на апельсиновой свадьбе это ветка с листочками, с апельсинами. В каждый листочек вписан го... имя гостя. гостя, да. И тогда очень красиво, необычно те же самые. Это могут быть горшочки, если вот столы по американской рассадке, и, например, пять столов и, может быть, пять горшочков с цветами, а на горшочках написано и имена гостей. То есть тоже оригинально и красиво смотрится и не избито, что вот просто это как элемент декора, а не то, что что она отработала сейчас, посмотрели все, угу. где кто сидит, и уходит. И с рассадками, с карточками рассадок чаще всего так, что молодожену невестам очень нравится самим это делать. И, ну, или они вот с подружками это делают. И это очень здорово, что они прикладывают свои, свою, свою любовь и свой труд к оформлению. И мы всегда просим, что пожалуйста, карточки положите в том порядке, как они у вас должны быть. Потому что кажется, ну что там карточки расставить? А если это 60 гостей, и ты бегаешь с одного конца зала на другой, другой да, да, да. то тогда это занимает, ну, около часа это может занять. И вот, и поэтому все невесты, они такие молодцы, им когда скажешь, что положите, пожалуйста, все, чтобы вот у вас было ровненько, все положит, как нужно, и очень тогда удобно, хорошо работает сам. Друзья мои, у меня в гостях была сегодня Екатерина Калюкиви, свадебный декоратор, которая рассказала нам с вами о последних свадебных декорах, традициях и трендах. И теперь вы знаете, как сделать свою свадьбу идеальной. С вами был Вадим Анцупов. До встречи на канале ТВН.